Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мессермейстер мы с вами поговорим об обновленной версии ножа Spyder Kinetive 5 со сталью CPM Spy 27. Spy 27. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Так и хочется начать этот обзор с вот такой вот фразы. Собственно говоря, главным козырем, главным отличием этого ножа от многих других вариаций на тему модели Spyder Kinetive является именно использование этой стали. Начать разговор об этом ноже, вероятнее всего, стоит прямо с козырей. Потому что, по сути, что мы сейчас видим в кадре? Мы с вами видим очередную версию ножа Spyder Kinetive 5. И, в общем-то, ее отличие от всех остальных ножей, которые выпускаются под вот этим индексом, заключается только в стали, использованной на клинке. Ну и, наверное, в цвете пластика ФРН, который применен здесь на рукояти. На этом ноже, это одна из немногих моделей на момент съемки обзора, на клинке которой компания Spyder применяет новейшую сталь CPM Spy 27. Что же это вообще за сталь такая и чем она так интересна? Дело тут заключается в том, что, по сути дела, компания Spyder очередной раз решила устроить прорыв в ножевой индустрии. Надо сказать, что эта компания вообще, в принципе, славится такими вещами. Очень много чего они сделали для ножевого рынка первыми. И вот применение подобной стали – это тоже своего рода подобный шаг. Хотя, возможно, не такой заметный, как, например, придумывание клипсы для складного ножа. Это, кто, если не знает, тоже их изобретение. Дело просто в том, что сталь CPM Spy 27 – это, по сути дела, самая первая в мире сталь, которая была придумана компанией Crucible специально для производства ножей одной компании, ну, собственно говоря, компании Spyder. За основу во время разработки этой стали была взята японская сталь VG10, ну, VG10, да, она так часто фигурирует у нас в нашей разговорной речи, но при этом, так как она исполнена по порошковой технологии, в нее было добавлено значительное количество довольно необычных легирующих элементов и увеличено количество углерода без потери коррозионной устойчивости. Вот приблизительно вот так характеризуется то, что было сделано специалистами Spyder и Crucible. В результате была получена сталь, конечно, которым, видимо, пока что самым интересным добавленным в нее элементом является кобальт. То есть настолько это был интересный эксперимент, что 27 номер, то есть это на самом деле номер кобальта в таблице Менделеева, был вынесен в название этой стали. Собственно говоря, сталь называется Spy, это такой вот паук или первые три буквы названия компании Spyder. И, собственно говоря, 27 это номер в таблице Менделеева элемента кобальта. Считается, что этот элемент очень положительно сказывается на увеличении при термической обработке твердости этого клинка, его износостойкости, и при этом это такой легирующий элемент, который тоже может образовывать карбиды. То есть, собственно говоря, вот эти вот его свойства позволяют говорить о том, что компания Spyder получила относительно недорогую, но при этом очень рабочую ножевую сталь. Закаливают они ее сейчас на клинках на 62 единицы по шкале Rockwell. Это, то есть, как бы не рекордная какая-то твердость, но довольно-таки высокая твердость для стали складного ножа. И, собственно, вот именно поэтому мы сейчас имеем дело с таким, по сути дела, ножевым прорывом. Потому что, еще раз повторюсь, это первая в мире сталь, которая была придумана специально для производства клинков ножей отдельной компании Spyder. Вот сейчас скажу такое сугубо личное мое мнение о ножах серии Native вообще. Вот знаете, мне в этих ножах лично, в моем постоянном использовании, всегда несколько не хватало длины клинка. Но это так потому, что я довольно-таки часто пользуюсь ножами по продуктам, и поэтому предпочитаю ножи с немного более длинными клинками. Однако, должен сказать, вот Spyder Native, когда берешь его в руки, ты понимаешь, что это нож не для работы по продуктам. Это, знаете, вот такое что-то, вот во что-то вот его засунуть, вот так вот подскребсти, подскоблить.
все это чрезвычайно управляемо. И вот на самом деле именно в ножах, которые больше применяются для каких-то вот таких задач, нежели чем для банального там открывания каких-то маленьких пластиковых упаковочек и нарезания каких-то мелких продуктов, компания Spyderco создала вот некие такие формы ножей, которые, ну, просто крайне трудно переплюнуть. Вот понимаете, я себе плохо представляю, какой бы это нож мог бы быть вот таким вот более управляемым. Ну, разве что только это не окажется каким-нибудь еще одним ножом компании Spyderco. В остальном мы с вами имеем дело с вполне обычным ножом Native 5-й ревизии. И если вы, в принципе, хорошо знаете о конструкции этого ножа, то, наверное, дальнейший разговор о нем будет вам не так уж интересен. Ну, а если хотите подробностей, то можно продолжать смотреть этот обзор. Здесь следует начать с того, что вообще сама по себе модель Native в первой ее ревизии появилась в 1997 году, то есть это очень старый нож, который идет из прошлого века, но в данном случае мы держим уже пятую ревизию этой модели, которая тоже, впрочем, выпускается уже достаточно давно. Все ножи пятой версии выпускаются в городе Голден на американском производстве компании Spyderco, то есть они все сделаны в США, ну, о чем с гордостью говорит вот эта надпись на клинке. В данном случае Голден, Соединенные Штаты Америки, Колорадо, планета Земля. Вот так примерно гласит эта надпись. И, конечно, Spyderco Native — это нож, ну, скажем так, достаточно легендарный, который по-своему, конечно, завоевал большую популярность среди пользователей ножей Spyderco. И, должен сказать, именно по этой причине он, наверное, стал одним из первых ножей, на которых появилась фирменная сталь этой компании. Что здесь вообще, в принципе, у этого ножа такое интересное? Ну, в первую очередь, это, конечно, его типа размер. То есть нужно понимать, что мы имеем дело с довольно небольшим ножом. Я думаю, что в руке сейчас это понятно. У него довольно-таки небольшая длина клинка, которая еще и очень, так скажем, уменьшена ее эффективная длина режущей кромки за счет применения вот такого вот классического чойла на ножах компании Spyderco, который довольно-таки часто используется. Но, надо сказать, это имеет свои плюсы. В свое время эта модель была специально так и разработана, как такой вот небольшой, но очень такой управляемый клинок, при этом с довольно высокой режущей способностью, которая достигается, конечно, благодаря геометрии клинка, с очень высокими спусками от обуха, утоншением кончику, как это часто бывает на ножах компании Spyderco, то есть так называемый листовидный клинок. Вот так называется его форма. И здесь вот благодаря его такому небольшому размеру, довольно небольшому, но вполне комфортному, надо сказать, размеру рукояти, у этого ножа совершенно потрясающая управляемость в работе. За открывание клинка этого ножа отвечает традиционное отверстие, которое называется Spider Hole. Ну, тут надо сказать, не надо ждать чудес. Так как мы имеем дело с замком Backlock от компании Spyderco, летать тут прямо клинок, конечно, не будет. То есть он открывается вот в такой спокойной рабочей манере, не имеет вообще никаких люфтов из коробки. Это в самом толстом месте довольно-таки толстый клинок. Ну, скажем так, для вот такого малыша он такой достаточно крепенький, позволяет выполнить какую-то и более-менее сложную работу, но если делать ее грамотно, потому что надо учитывать то, что к кончику, конечно, клинок очень заметно утончается. Замок, как я уже сказал, использован Backlock. Здесь есть такой нюанс, который нужно понимать. Он есть на многих ножах Spyderco. Это довольно-таки острые кромки. Впрочем, здесь они сделаны немного лучше, нежели чем на ножах, например, серии Bird. То есть вот тут нужно отметить такой момент, что прям вот, ну, даже не знаю, как показать. Перчатку, в общем, даже немного дерет, чувствую. Ну, конечно, про открывание и закрывание этого ножа стоит поговорить в таком немного, наверное, юмористическом ключе. Понятное дело, что замок Backlock — это такая классика. Есть огромное количество людей, которые просто не приемлят более современные замки, потому что не хотят учиться с ними работать. Ну, а для тех, кто к этим современным замкам уже привык, Backlock и вообще механизм работы всего ножа, ну, кажется немного таким архаическим. Здесь вполне возможны те и другие мнения, но я здесь хочу показать другое. Понятное дело, что нож можно открыть вот так. Ну, с помощью спайдер-холла здесь все обычно, никаких проблем нет, да. Закрывать его, скорее всего, придется, ну, такой идеальный вариант, если одной рукой, это ловить его указательным пальцем под чойл. Вот так поймали клинок и уже потом спокойненько дозакрыли, чтобы не захлопнуть его себе на пальцы. С этим нет никаких проблем, но просто требуется определенная привычка. Более того, люди, которые с ножами Spyderco не работают, то есть у них на ножах нет вот таких вот развитых чойлов, как правило, закрывают их немного по-другому. Я лично считаю, что самый удачный способ закрытия бэклока —
ну, если отбросит две руки, то однорукий способ закрывания – это все-таки закрывать обо что-нибудь. Вот так вот его сдвинуть немножко с замка, и там уже спокойно дозакрыть. Вот примерно какие-то такие действия нужно делать. И еще один момент, который с открыванием уже связан, хочу показать. Вытряхнуть клинок, по крайней мере, так как затянут осевой узел с завода, у вас не получится. Если вы считаете, что вам необходим более легкий ход, распустите осевой узел. Может появиться небольшой поперечный люфт, но в работе он вам мешать не будет. Зато клинок будет двигаться посвободнее. В плюсе вот такой вот системы заключается то, что если уронить нож, например, он у вас случайно не раскроется. Это на самом деле повышает безопасность. Ну и, как говорится, safety first, как говорят спайдерка. Это достаточно серьезный плюс этого замка, которым, если уж вы взяли замок бэклок, вернее нож с таким замком, то, скорее всего, этим плюсом надо пользоваться. На ноже использована такая классическая стальная клипса от компании Спайдерка. Она очень много где такая, и поэтому надо сказать, что, конечно, ее размер по сравнению с этим малышом, ну, немного не сочетается. Потому что, ну, к примеру, на Спайдерка Милитари клипса точно такая же, а нож там почти в два раза больше. Здесь, так же, как и на многих других ножах Спайдерка, есть возможность переставить клипсу в любое из четырех возможных положений на ноже. Ну, собственно говоря, они это придумали и на достаточно многих своих ножах от этого не отказываются. В общем-то, на ножах, у которых замком является бэклок, действительно есть возможность поставить клипсу в любое удобное для пользователя положение, как-то влиять на возможность его открывать, закрывать это, в общем-то, не будет, в отличие от некоторых других замков. Когда говоришь о ножах компании Спайдерка, немного даже странно выглядит желание показать в обзоре, как работает клипса этого ножа. Но это же, слушайте, это клипса Спайдерка, которая еще используется на космическом просто количестве моделей их ножей. Ну как оно может работать, если это клипса от компании, которая клипсу для ножа вообще практически придумала? Ну, все-таки покажу. Здесь с этим нет никаких проблем, нож на джинсах будет выглядеть примерно вот так. На самом деле его довольно удобно доставать и довольно удобно садить. Ну и кроме того, нельзя забывать о том, что эту клипсу вы можете переставить в любое удобное для вас положение, что, конечно, безусловный плюс, хотя может быть и не всем необходимо. Важной отличительной особенностью этого ножа является, конечно, очень незначительный вес при вот таком вот очень таком разумном прям балансе в переднюю часть под пальцевой лынки. То есть вот так вот нож имеет сбалансированный хват, то есть такой режущий классический. Причем, заметьте, у меня все пальцы в этот момент лежат на хоть и небольшой, но удобной рукояти этого ножа. Резать им действительно очень удобно. То есть еще раз подчеркну, что это такой вот юркий, очень сбалансированный нож в плане вот какой-то такой мелкой работы, которая часто встречается именно у городских жителей. Особенностью, благодаря чему достигнут такой вот небольшой вес, это отсутствие у этого ножа лайнера. Рукоять сделана из пластика ФРН, причем он здесь так очень здорово вылет, обработан. Ну вот не знаю, как здесь правильнее сказать, но вот обратите внимание. С одной стороны, вот эта классическая на данный момент спайдерковская цепкая текстура, которую они используют на таких пластиках. Достаточно большой габарит рукояти вот в этой части. Очень удобный для хватов, и при этом полное отсутствие лайнеров. При этом вот надо сказать, что я вот сейчас попытаюсь так вот это показать, что ну вот сдавить клинок я даже при сильном усилии как-то так, чтобы это ощущалось в ладони, в общем-то не могу. То есть рукоятка такая прочная, хваткая, удобная и очень легкая. На самом деле вот, конечно, Спайдерка это одни из пионеров использования вот этих вот пластиков на своих ножах, и умеют они делать это очень здорово. Причем вот приятно то, что конкретно в этом ноже пластик ФРН не смотрится дешевым. Вот обратите внимание, как это все выглядит. На самом деле, на первый взгляд, так иногда можно и не подумать, что это сделано литьем. То есть создается впечатление, что это фрезеровка по какому-то гораздо более дорогому пластику, скажем так. А вот нет, это как бы в данном случае литье. То есть это достаточно такая, ну, скажем так, технологичное такое производство вот таких вот очень удобных и легких рукояток этих ножей. Вот, знаете, кто-то, типа, например, меня, привыкшего к ножам там Benchmade, которыми можно там пощелкать, как-то поиграться, скажет, что вот, конечно, ножу с бэклоком от Спайдерка в 2021 году не хватает вот этой вот некой механической игрушечности. Но тогда в этой ситуации, если вы хотите получить ну, вот какую-то подобную управляемость, всю ту же сталь CPM Spy 27 и что-нибудь еще вот такое более или менее какое-то энергичное, есть на что посмотреть у компании Спайдерка. Я бы, например, глянул на нож Para 3, о котором мы еще с вами обязательно поговорим. Но вот сам
по себе нейтив — это немножечко про другое. Это для тех, кто любит классику. Это для тех, кто нуждается не в игрушке, а по-настоящему узкоспециализированном рабочем ноже. Причем узкоспециализированном рабочем ноже на каждый день. Если у вас EDC вот такое, которое требует массы управляемой работы довольно-таки надежным ножом, то вот, нейтив вполне возможно, это именно ваш нож. Вот такой он, Spyderco Native 5 со сталью CPM-27. С вами на канале Мейстер был Заливаха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.